Активисты Одинцовского отделения «Единой России» открыли вахту памяти у памятника погибшим работникам Внуковского завода огнеупорных изделий. Торжественное мероприятие в рамках партийного проекта «Историческая память» посвятили 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. На торжественном мероприятии также присутствовали активисты Одинцовского совета ветеранов и руководство Дома культуры «Солнечный». Учащиеся 5-х классов 1-й Одинцовской школы прочитали стихи о войне, почтили память воинов, которые погибли, защищая нашу Родину. В завершение церемонии участники возложили цветы к монументу. Акция «Вахта памяти» также прошла у обелиска погибшим землякам в деревне Мамоново.